Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте оставлять ваши комментарии в сообщениях, если вас интересует какой-то инструмент, который выпадает из поля зрения моего обзора. Пишите, друзья, только через фидбэк я смогу понять, что вам интересно мое мнение. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья, ставить лайки. Что ж, инаугурация Байдена позади. Можем точно сказать, что теперь хозяином Белого дома стал демократ Джо Байден, которого мы, в принципе, уже неплохо знаем по тем предвыборным обещаниям, которые он давал, и, скорее всего, по той экономической политике, которая будет притворяться в жизнь, реализовываться в ходе его президентского срока. Хорошо, что все прошло без сучка и задоринки, не было каких-то серьезных социальных протестов, волнений, пострадавших и так далее. Мы спокойно можем сейчас сфокусироваться на тех изменениях, которые могут произойти дальше в американской экономике, с позиции того, что мы четко понимаем, знаем, что демократы будут радеть за идею более масштабного экономического стимулирования. Мы можем сфокусироваться на этом, друзья, и еще раз задать себе вопрос, как в связи с этим стоит поступать с американской валютой. Со всех сторон на протяжении последних месяцев я пытался зайти, обрисовывая не самые радужные перспективы для бакса. Очень надеюсь, друзья, то, что что-то тезисно вы для себя усвоили, где-то в правильном месте эта информация отложилась. И мой вопрос, может быть, является даже лишним, потому что вы прекрасно понимаете, как нужно действовать сейчас по американской валюте. Ну, вкратце, что мы имеем по индексу доллара? 90-24, друзья, индекс американской валюты все ниже и ниже. Да, для того, чтобы говорить о потенциале хода к минимуму за последние несколько лет, там, с 2018 года, нужно, чтобы индекс оказался ниже 90 пунктов. Это первый нюанс. Но, мне кажется, это вопрос времени, потому что теперь Байден точно во время своего первого слушания в Конгрессе протащит пакет экономических стимулов, о которых я говорил, о которых мы знаем. Это фонд помощи на 1,9 триллиона долларов, серьезная ликвидность и, по сути, те же самые вертолетные деньги. Мне очень понравилась аналогия Bloomberg, которая как тезисное такое заявление о том, что политика демократов – это синоним вертолетных денег. И сейчас этих денег в экономике будет все больше и больше. Будет ли за этим пакетом стимулов на 1,9 триллиона еще дополнительные меры поддержки? Я уверен, что будет, друзья. Потому что даже несмотря на вакцинацию, ситуация с ковидом вызывает очень много вопросов. И количество заболевших, ну да, отчасти пошло на спад, но если говорить о количестве летальных исходов, статистика страшная. И американская экономика продолжает дисконтировать все вот эти вот риски. Сегодня, кстати, данные в 16:30 по заявкам на пособие по безработице. И на основании тех цифр, которые мы увидим, 100% можно будет судить о проблемах для данного сектора, для рынка труда США. Проблемах, которые, разумеется, будут выступать тормозом для американской экономики и топить показатели экономического роста. Новые деньги нужны, вертолетные деньги будут. Посмотрите, что происходит с американскими индексами. Вот этот дрожжевой рост S&P, NASDAQ и Dow Jones обновлением исторических максимумов, это как раз уже расчет на то, что вот-вот эти деньги придут в экономику. Когда это произойдет, друзья, ну ждать осталось совсем немного. Если ориентироваться на то, что Байден точно протащит пакет почти на 2 триллиона через Конгресс, то, наверное, это произойдет уже через пару недель, ну, максимум. Почему я уверен, что не будет препятствий в Конгрессе? Потому что после прошедших выборов очевидно, что демократы контролируют, как и всегда, конечно же, палату представителей, но теперь и Сенат. Там распределение голосов 50 на 50, но в таком случае решающий голос будет за вице-президента, а вице-президент, как вы понимаете, друзья, разумеется, демократ. Поэтому каких-либо трудностей в реализации экономических инициатив Байдена не будет. Ждем мощных экономических стимулов, это первое решение Байдена, которое он должен будет принять. Ждем, соответственно, продолжение
мере снижения курса американского доллара, потенциал снижения распродаж бакса даже в перспективе первого полугодия 2021 года находится в диапазоне от 5 до 10%. Ранее я говорил то, что рассматриваю для трейда позицию шорт по доллару и иене. Открыл я еще накануне этот шорт, и сейчас индекс, точнее доллар против иены, активно снижается. В связке с тем фундаментальным фоном, который я сейчас озвучил, друзья, нужно рассматривать также фондовый рынок с ожиданием, например, роста S&P в район 4000 пунктов. Этот сценарий еще не отменяется. Ну и золото, которое роллирует сейчас, 1874 доллара за тройскую унцию, это только лишь начало. 1900 и выше мы наверняка увидим. Нефть, друзья, с вчерашнего дня я покупаю 55.95, только лишь поддавшись на присутствующий на рынке локальный позитив и склонность инвесторов к риску. Я сейчас нефть не рассматриваю с позиции спроса и предложения, потому что сама нефть плюет на все эти важные экономические составляющие. Нефть, скорее всего, реагирует также на то, что происходит с долларом. При снижении курса доллара растет каждый рисковый инструмент, и нефть, собственно, не исключение. Сегодня заседание Европейского центрального банка в 15.45, ставка и пресс-конференция в 16.30. 1.2136 по паре евро-доллара в моменте. Ждем закрепления евро против бакса выше отметки 1.22. Не поленился, друзья, проанализировал реакцию евро на последнее заседание Европейского центрального банка в 2020 году. И в большинстве случаев европейская валюта делала в рамках одного торгового дня после заседания больше 100 пунктов. Думаю, что история может повториться, и мы увидим новые локальные максимумы. Так, доллар канадец. Вот здесь вот разочарование. 1.2611. Снижение против прогнозируемого роста. Заседание Банка Канады. Ставку не поменяли. Риторика была исключительно мягкой. Друзья, это 100% так. Очень много заявлений, которые были сделаны про проблемы для экономики, про готовность делать что-то, что ей, чтобы ей помогать, без каких-либо конкретных решений, что это будет программа количественного смягчения, либо процентная ставка. Даже на пресс-конференции, задавая руководству Банка Канады прямой вопрос о том, какие изменения могут произойти в будущем, ответа не последовало, какие-то отговорки и так далее. В общем, мягкая риторика, ситуация с ковидом и решение Байдена отменить трубопровод Кейстон-XL, который в целом может стать причиной того, что канадская экономика потеряет несколько тысяч рабочих мест. И на этом фоне канадский доллар умудрился укрепиться до многолетнего максимума. Я думаю, что что-то здесь не так, и разворот обязательно должен последовать. Биткоин корректируется, 34 362 доллара. Ждем еще более глубокое снижение, ну, как минимум в район 30-ки. S&P 3855 пунктов. Ралли Netflix помогло фондовому рынку. Но, как я уже отметил, по S&P точно стоит ориентироваться на 4000 пунктов. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока.